Классическая игровая мышь от Aphotech. Сегодня рассмотрим компьютерную мышку Aphotech X718BK, которая продается много лет и уже стала классикой. Мышь комплектуется запасными ножками и диском с драйверами. Берем манипулятор в руки. Корпус выполнен из пластика, используется сочетание матового покрытия и глянца. Форма корпуса симметричная, но дополнительные кнопки расположены с расчетом, что мышку будут держать правой рукой. Рядом с основной левой кнопкой фирменная клавиша тройного выстрела. Под скроллом клавиши регулировки чувствительности сенсора со встроенной подсветкой. Еще две расположены на левом боку. Кабель в длину 1,8 метра с обычным USB-штекером. Вместе стыковки с корпусом имеется защита от перегиба. Максимальная частота опроса порта составляет 1000 Гц. Снизу на корпусе 4 пластиковые ножки и оптический сенсор с максимальным разрешением 3000 dpi. С помощью кнопки под скроллом также можно выбирать другую чувствительность – 400, 800, 1200 и 1600 dpi. Каждому значению соответствует свой цвет подсветки, соответствующие кнопки. Резюмируем. Эта классическая модель от Aphotech имеет хорошую эргономику и фирменную кнопку тройного выстрела. Отдельно отметим, что ресурс основных клавиш составляет 8 миллионов нажатий. Но учтите, что разрешение сенсоров 3000 dpi по сегодняшним меркам уже не такое высокое для игровой мышки. We'll be right back.